Дмитрий Медведев приехал в ВГИК. Там прошло заседание Совета по кинематографии. Премьер-министр напомнил, нынешний год в России объявлен годом кино. Ожидаются серьезные перемены на крупнейших российских киностудиях. Уже есть планы их развития. Так, на Мосфильме планируется создать многофункциональный культурный центр. Запланирована реконструкция на Ленфильме. На базе центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького будет создан многопрофильный кинематографический центр. Будут переоборудованы кинотеатры, в первую очередь в небольших городах. В некоторых из них появятся новые современные кинозалы, центр культурного развития, который сейчас также строится. На эти цели мы специальные средства направляли регионам в прошлом году, около 700 миллионов рублей. Еще 1,5 миллиарда будет выделено в этом году. Конечно, мы продолжим поддержку киноиндустрии как таковой. Но ясно, что в нынешней экономической ситуации деньги нужно расходовать предельно эффективно.